Здравствуйте, мои дорогие зрители. Хочу небольшой сюжетик вам предложить, собственно, прочитать вот статейку на Инфомаксе, вот переводик и там прочее. 16 признаков того, что вы вовлечены в процесс двига высших измерений на Земле. Ну, в принципе, кто посещал мой форум, вещи, касающиеся эзотерики, около музыки, тот как бы в курсе о чем. Кто не посещал, можете вот почитать табличку. И мне просто любопытно, в какой связи. В связи с тем, что тут по пунктам как бы 16 позиций. Просто вот протестируйте себя, то, что вокруг вас происходит. И как бы сделайте вывод, то есть наблюдаете ли вы эти факторы, сколько пунктов вы из 16 наберете. Лично я набрал, ну, прямо скажу, больше половины. Конкретную цифру не скажу. Ну, цифра, в принципе, волшебная. Ну, собственно, это ничего удивительного нет, потому что многие эффекты вот эти вот наблюдались при применении звездочек Кунаширского в музыке. То есть доведены, они как бы прорабатываются уже на физике и... Вот эти вот энергетические эффекты по трансформации нашего, по гармонизации пространства, по изменению обмена энергетики, они как бы с 2008 года очень четко фиксируются, наблюдаются, измеряются. Ну, своя база данных у меня имеется. Но мне интересно ваше видение, ваше как бы, не зря же вы на этом канале. Можете в комментариях просто написать цифру кратенько. Ну, если интересно расшифровать дальше. То есть, просто такой небольшой опрос. Полезный для того, чтобы иметь представление. Можете еще написать географию. То есть, откуда, с какого места. Спасибо вам всем за внимание к каналу. До свидания. С вами был ваш Юрич.